Solar Group, конечно, хочу пожелать добиваться поставленных целей в 10-кратном размере вообще, закрывать последующие проекты просто по щелчку пальца. Solmash в реализации своих технологий, в продвижении технологий, в масштабировании. Ну и вообще, чтобы обязательно все сбылось, что задумали, и все. Что ж, я желаю им продолжать в том же духе, с тем же энтузиазмом, с которым они работают. Меня очень впечатлили менеджеры Solar Group. Это одни из лучших, на мой взгляд, специалистов в этой области, конкретно делающие все возможное для привлечения все больше и больше инвестиций через промоакции, через работу с партнерами, национальными представителями. И это действительно большие профессионалы, за что я снимаю перед ними шляпу. Пусть они продолжают в том же духе, и будем надеяться, что у нас будут общие успехи. А по поводу Solmash, они же с другой стороны как инженеры и разработчики. Это действительно профессионалы очень высокого уровня, со многими из которых я знаком лично. Дмитрий Дуйнов, Евгений Дуйнов, мы виделись с Виктором Аристовым на конференциях и с другими инженерами, которые находятся в самом инжиниринговом центре. Просто продолжать в том же духе и не останавливать свою работу и совершенствование.